Сережа! Ну, все хорошо. Перестань. Ой, мы такую ночь пережили. Ну, мы чуть с ума не сошли. Ну, это кошмар какой-то. Просто ужас. Спасибо большое. Когда Сергей ей позвонил, я хоть успокоилась, а она все... Ой, ее трясло. Хорошо то, что хорошо кончается. Ой, не говорите-ка, правда. Сереж, ты себе не представляешь. Я думала, я умру. Я думала, у меня сердце разорвется. У меня ноги подкашивались. Господи, а в голове все время одна мысль. Ну вот и все. Ну успокойся. Оль, ну хватит тебе, ну все. Ну что ты все причитаешь-то, а? Ну вот же он живой, все нормально, все хорошо. Ну хоть вы и скажите, что ли. Ну да все уже позади, Ольга Михайловна. Вот кому на самом деле надо сказать спасибо. Из-за него опоздали на самолет. Спасибо вам, Игорь. Вы не только ему жизнь спасли, но и мне. Ну, вы прям какой-то герой получаетесь. А мне геройство далось очень легко. Всего лишь на 15 минут опоздал в гостиницу. Ольга Михайловна, я же говорил, когда Сергей со мной. Вам волноваться не надо. На самом деле, если б не ты, Игорь. Обещаю впредь не приходить на работу вовремя. Ну, это мы обсудим. Но все равно, я твой должник. Получается так. Да. Ольга Михайловна, вы меня бы представили вашей подруге? Она вас так мужественно успокаивает. Ой, да ладно, мы уж вроде бы как это... Ну, Надежда меня зовут. Какое хорошее имя. Главное, редкое. А сегодня так вообще актуально звучит. Ой, платок-то ваш. А давайте я его постираю, а потом вам отдам. Да вы что? Он же со следами ваших слез. Я же буду сердце хранить. Это же так романтично. Ой, ну скажите прямо, а? Сразу видно. Человек хороший, симпатичный. Спасибо. Игорь, к нам заедешь? Не могу, к сожалению. У меня встреча. Лично. Вот беда-то. У начальства слово «встреча» ассоциируется только с деловыми переговорами. Сам доберусь. До завтра. Давай. До свидания. Получается, что я ему жизнь спас. Себе-то ладно, но вот ему... Господи, как же я его ненавижу. А что ты улыбаешься? Такое простое и понятное чувство. Ненависть. Ха! Оно нам не знакомо. Почему же знакомо? Знакомо. Так я не понимаю, а что ты на него так зъерепенился? Ну вот представь себе, забег. Ты самый сильный, лучше всех подготовился, рванули, бежишь. Вот уже финиш, сейчас финишная ленточка. Ты первый, заберешься на пьедестал и будешь под государственный гимн, как роднина, рыдать, а? Вот подбегаешь к пьедесталу. А там уже есть. Он. Победитель. Победителя-то уже поставили. Назначили. Дело не в том, что он сильнее или умнее. Тут как раз наоборот. Он просто раньше побежал. Правила какие-то странные. Ты пока на старте, а он уже полдистанции отмахал. И даже если он твой друг, у него теперь все. Твои деньги, твои женщины, твоя победа. Просто потому, что он раньше родился, вовремя. Нет, в этой стране надо было родиться либо в 19 веке дворянином. И тогда же помереть от греха подальше. Либо лет на 10, пораньше нас с тобой. Ну это тогда претензии к родителям. К ним тоже. Давай выпьем. За наше потерянное поколение, вычеркнутое из списков на победу. Да, списки на победу. Большой пирог
Делили-делили. И разделили, пока мы с тобой в институте штаны на лекциях просиживали. Угу. А нам одни крошки остались. Так что ты смирись. Я не умею. А где же выход? Выход? К сожалению, всегда есть. Я тут придумал одну комбинацию. Если она выгорит, будет у меня свое первое место. Давай за это выпьем. Ну и за что же мы сейчас так удачно выпили? Колись. А я тебе расскажу. Ты все равно не сможешь этим воспользоваться. Я хочу втянуть наш стройком в одну очень интересную игру, в которой он проиграет. А я получу свой приз. А кто ж тебе этот приз даст? Тот, кто выиграет. Наши конкуренты, фирма «Авгур». Если «Авгур» выиграет, они мне дадут пакет акций. Очень серьезный пакет. И тогда я стану акционером. Не наемным замом. Правая рука, мальчик на побегушках. А полноправный акционер. Хозяин. А ты уверен, что этот «Авгур» выиграет? Вот над этим мы сейчас работаем. Видел кого-нибудь из наших? Последние 2 года никого. Рому Кошелева. Видел. Лучше бы не видел. Денег у меня занял и все, с концами. И не отдал? И не отдаст. Я знаю, он в Югославии воевал. Говорят, там на наркоту подсел. Да-да, именно это. Барышев моя проблема. Барыша. Ты когда-нибудь соберешься? Ты меня слышишь? Да. Да, Димочка, сейчас. Ну, не кричи. Долго еще? Дима, а ты покушал? Наденька, я тебе 100 раз говорил. Кушать – это лакейское слово. Я не кушаю, я ем. По утрам я вообще этого не делаю. Ясно? Ясно. Ясно мне все, ясно. Почему ты все еще в таком виде? Я тебя ждать больше не могу! Так это, 2 минуточки. Слушай, ты, может, все-таки покушаешь, а? Это же вредно по утрам не есть. Я тебе в последний раз говорю. Если ты сейчас же, сию минуту, не будешь готова, я уеду один. Я опаздываю, ты это понимаешь? Да понимаю, я понимаю. Дай мне одеться-то хоть. Я уехал! Дима! 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 Димочка! Ты мой сладенький, маленький ты мой.
Секунду, Нина Евгеньевна, сейчас. Алло? А, это ты, привет. А? А сегодня вообще? Уехал один на работу, не дождался меня. Угу. Ну да, конечно, еще бы. Угу. Ну просто не, ну я не ною, ну просто обидно, понимаешь? С тобой, небось, он так не поступал, да. Угу. Да не у него одного дела. У меня тоже, знаешь, дел-то сколько. А я с утра в транспорте в этом. Ага. Посмотри. Ой, да. Дай, дай. Что, каких голландцев? А, куда приедут? Ну, дай-ка. Я приду. Ой. И ну. Ой. Ага. Алло. Ой, это Надька, а? В тех конструкциях жесткий метод крепления применяем. Поэтому на этаж не менее 3 дней приходится. Но вы не волнуйтесь, нагоним. Ну, гнать не надо. Но сроки есть сроки. Сроки, понятно. Сергей Леонидович, сколько можно? Объект рассматривается со всех сторон. Пройдите, пожалуйста, в машину. Давай сам иди в машину. Ну, Сергей Леонидович. Иди в машину. Работенка у нас с тобой. Туши свет. Попробуй, следи за ним. Значит так, а цемент? А вот с цементом у нас беда, Сергей Леонидович. Поставщика сменили, в цене выиграли, а в качестве... Да. У-у-у. Так тут пусто совсем. Я-то думала, там всего понапихано. А там какие-то 3 железячки, и все. А столько всего умеет. Вы червя-то вынули? Вынули. Ага. Слушай, а где он тут был-то? Ну, как бы мне вам это объяснить? Ой, не объяснять ничего, я все равно ничего не пойму. Значит, вируса у нас больше нет. Нет. Я вам модуль дополнительный для скорости поставил, так что побыстрее будет бегать. Угу. Правильно. С модулем оно, конечно, быстрее. Вы когда к нам домой придете, выделенку делать, модуль прихватите. А то дома без модуля никак. Обязательно. Надежда, а ты собираешься голландцев встречать? Собираюсь. Эка невидаль, голландцы. Ну, голландцы не невидаль, а встречать нужно. Ну так встретим, чё? Приедут, встретим. Когда они еще приедут? Да через час. Как? Вот так. Извините. А что происходит в переговорной? Кудряшова сюда. Я здесь. Что это такое? Ну, это ремонт. Ну, был. Угу. А теперь его, значит, нет. Ну, голландцев, ты же будешь себя в кабинете принимать. А чё?
А ничего. И голландцев я буду принимать. Здесь. Не могу, родной, не могу! Да голландцы как снег на голову свалились. Вот эту красную папочку, да? Я к вам. Ладно. На столик, на столик. Да-да-да, все. Все, пока. Я не понял. У нас рекламное агентство или стройплощадка? Я вас всех предупреждаю, я вам не позволю сорвать переговоры, слышите? Я вам всем говорю, всем вашу мать! Проснитесь вы, наконец! Если через 10 минут здесь не будет идеального порядка, я вас всех уволю! Ясно? О, Господи. Дим, ну что ты все прям с самого утра? Все кричишь и кричишь, кричишь и кричишь. Ой, это все-таки потому, что по утрам надо кушать. Димочка, я хотела... Все, тебя... попью, ко мне в кабинет. Понятно. Давай. Вот. Это Андреев сделал. Ну и зачем тогда ты мне это подсовываешь? Что это такое за траур? А вот это ничего. Да? И по цвету хорошо. Это кто делал? Я. Ну, молодец. Чуть дороже, но несоизмеримо лучше. Даш, но слоган надо переделать, это же идиотизм. А это не окончательный вариант. Дашечка, какой не окончательный вариант? Они сейчас приедут, ты это понимаешь? А тебе это нравится? Да, это оставляем. Димочка, я возьму у тебя пульт от кондиционера, ты там потерялся. Кто ж такое-то пиво пить будет? У него и вкус-то какой-то металлический. Ха! Даш. А ведь она права. Здрасте. Проходите, пожалуйста. Ждем вас. Гутен Морген. Здрасте, здрасте. Леди, ждем. Да. Здрасте, здрасте. Проходите. Че встал-то? О, ё-моё. Проходи, проходи. Че? Ну, господи, боже мой. Чистые голландцы, ага. У вас есть полчаса. Угу. Пока я там буду с ними кофе пить. Придумать новый слоган. Набросайте варианты, идеи, я не знаю, поднимите старые проекты. Делайте все, что угодно, ребят, мы горим, понимаете? Ну хорошо, сделаем, хорошо. Голландцы-то приехали. Ага. Господи. Полчаса. Дим, не волнуйся, я тебя не подводила, Дим. Фу. Фу. Слава тебе, Господи. Убрались. Гости заморские. Ч?
Чего им дома не сидится? Чего он привязался к этим голландцам? Ну вот что у них хорошего, этих голландцев? Ну разве что только сыр качественный. Ну еще, к примеру, живопись, тюльпаны. И мальчики, готовые заткнуть пальцем плотину. Какие мальчики? Это легенда о мальчике Питере, который заткнул пальцем прорвавшуюся плотину. Серебряные коньки. Мэри Мэйб Додж. А, ну, читал, забыл уж. Угу. Чего тебе? Да ничего. Тогда закрой дверь с обратной стороны. Да пожалуйста. Ну зачем ты с ней так? Милая девушка. Угу. Коробочка с сюрпризом. Не знаешь, что внутри. Замоталась я за сегодняшний день. Да, я тебя понимаю, Надежда, с Димой трудно. С чего ты взяла? Может, тебе с ним было трудно? А мне с Димой легко. Нет, мне было с ним очень легко, потому что я не питалась иллюзиями. Вот и правильно делал. С Димой всегда так. Как так? Скажи, Надежда, а ты думаешь, что ты единственная девушка, которой он сделал предложение? Если вас всех собрать по Москве, то можно сформировать полк невест. И каждый надеялся, что именно с ней он пойдет под венец. У нас-то с Димкой все не так. У нас все по-другому. Правда, ЗАГС он не торопится. А это не он не торопится. Это я. Замужество, Даш, дело серьезное. Вот так. Дим, Дим, я испугалась. Дим, Димочка. Надь, ты с ума сошла? Дим. Ты что делаешь, Надь? Ты быстро в машину, ты как дороги переходишь? Я... Совсем упал дело. Я чуть с ума не сошел. Я так испугалась. Давай, садись. Прости быстро. Меня, Дим.
Маша! Маша! Ой, птичка ты моя золотая. Соскучилась по бабушке, да? Угу. Соскучилась, детонька. А бабушка тебе гостинчик принесла. Посмотри, посмотри, какой. Шоколадный? Шоколадный. Шоколадный. Хороший, дорогие. А мне нельзя шоколадный. Почему? Аллергия. Ну, что еще навыдумывали-то? Ну, что навыдумывали-то? Вот когда с бабушкой жила, у тебя ничего не было. А тут прям вот аллергия. Ой, детонька ты моя, бедная. Маша Барышева, сиротинка ты моя. Отойди от забора. Бабушка, ну я пойду, а ты меня ругать будут. Ну иди, детонька, иди. А бабушка к тебе еще придет. Еще и конфеток принесет, и печеница. Иди, иди. Барышева, прости, Господи, при живом-то отце. Ну что же, для начала мне нравится. Будем ждать дальнейших разработок в области лесоперерабатывающей промышленности. Направление новое. А предыдущий опыт работы с вашим агентством был более чем интересным. Хорошо, я к следующей встрече постараюсь подготовить новый пакет разработок и несколько вариантов. Ну, это же прекрасно. Посмотрим, как у вас пойдут с нами дела. Ваша предшественница отличалась редкой настойчивостью. Я бы даже сказал, боевитостью. О, боюсь вас разочаровать. Как раз боевитости во мне не хватает. У меня не та биография. Биография? Вот как. А что ж такого особенного в биографии Ольги Михайловны? Ах, как бы вам это сказать? А вот так и сказать. Так просто и сказать. В офис. Привет. Это Песков на проводе. Ну, как дела у бульварной прессы? Прости, я наступил на больное. Слушай, а ты жареными фактами еще интересуешься? Да? А как же честь профессии? Ладно, ладно, больше не буду. Я серьезно. Ты можешь опубликовать некоторые подробности из жизни больших бизнесменов? Вернее, из жизни жен больших бизнесменов. Угу. Кое-что из их богатого прошлого. Наташка, ну где тебя носил? Ну как тебе не стыдно? 3 года? Нет, подожди, какие 3 года? 4 года? Ни слуху, ни духу. Наташечка. Не ври, не ври, Димочка, я тебе писала. Когда это ты мне писала? 2,5 открытки за 4 года? Писала ты она мне. Ты опять врешь. Письма я тебе писала, а не открытки. Ну, конечно. Ты ужасный врун. Сама ты врушка. Но все равно я по тебе жутко соскучилась. Димка, я тебе подарок привезла. Какой такой подарок? Сувенир. Да ты что? Обожаю я подарки. Я его с собой не захватила. А почему не взяла с собой? Я его тебе прямо на квартиру доставлю. Боже мой, боже мой. Прямо на квартиру ты меня интригуешь. Давай щеки. Целовать буду. Ой, ой, ну целуй. Ну давай. Ой, ой, боже мой. Еще. Еще раз. Ой, при людях, бесстыдница. Девочки, девочки, познакомьтесь. Это Наталья, моя сокурсница. Здравствуйте, девочки. А вы что подумали? А? Ладно, девчонки, до свидания. До свидания, девочки. А мы сейчас с тобой запремся, нацелуемся в доме. Безусловно, Дмитрий. Хо-хо. Однокурсница.
возможные однокурсницы. В том числе. Не стоит двери, не переживай. Не стоит этого. Пойдем к тебе в кабинет. Чайку попьем. Привыкай, привыкай, ничего такого там нет. Женские слезы дорого стоят, дорогая. Идем. Идем. Скажите, пожалуйста, а это «Солнечный ветер» агентство? Рекламное, да? Угу. А, простите, вы не подскажете, как мне Громову найти? Громову? Да. Проходите. А зачем она вам? А вы ее знаете, да? Предположим, знаю, что? Ой, спасибо большое. Как хорошо, я просто ходила тут, как-то искала и нашла, но не уверена до конца была, и вот так, я… Так, короче, вам на какой предмет нужна Громова? А, она мне не нужна. Она одному человеку нужна, а мне она не нужна. Я таких, как она, вообще презираю. Не слабо. И за что же? Она бросила одного человека, а он ее любит и без нее жить не может. В нем совсем никакой жизненной силы не осталось, понимаете? И профессор говорит, и врач палатный, что он совсем жить не хочет. У него ранение тяжелое. А она, Громова, это взяла и бросила его. Я просто много таких уже перевидала. У нас госпиталь военный со всей страны свозят. Вот они такие, пока парень, ну, здоровый, они с ним и любовь, и замуж за него. А как он сляжет с ранением, так и ищи их потом. А вы кто? Я медсестра. Понятно. А раненый кто? Кравцов Дмитрий Иванович. Кравцов Дмитрий Иванович. А вы что, тоже его знаете? Нет, не знаю. А телефон Ольги я могу вам дать. Запишите. Спасибо. Я сейчас подойду. Сейчас подойду. Знаете, стройком и не с такими задачами справлялся. Но не в таких масштабах. Строительство-то гигантское. Нет, нет. Шансы выиграть этот тендер у стройкома реальные. Заказ получишь, про меня не забудь. А в гуру привет. Эти-то барыши делят. Стройком считает, тендер уже выиграли. Не рановато. Ну, мы все привыкли просчитывать заранее. Хорошая привычка. Но может подвести. Да. Ну, а как продвигаются дела? Наши. Продвигаются, продвигаются. Давай не будем при людях. Почему? Извини. Прекрасно выглядите. Спасибо. А, Версачи? Что? Ну, платье Версачи. А, да, кажется. Хотите почитать? Про вас тут пишут.
Про меня? Да, вот. Вы сидели. Это правда? Правда? Какая красота! А за что? Да, за что? За убийство. Всего доброго. Они думают, что им все позволено, что я не смогу ответить. Я эту паршивую Сережа. Газету... Я узнаю, чьих это рук дело, узнаю. Сереж, подойди ко мне, а? Черт. Садись. Когда я выходила за тебя замуж, ты знала обо мне все. Ты знал, что я сидела в тюрьме. Знал, за что. Ты должен был знать, что мое прошлое всегда будет со мной. Оно никуда не денется, и его нельзя изменить. Ты это знал, и ты женился на мне. Подожди. Подожди, я еще не все сказала. Я поверила. Я поверила в то, что ничто не сможет тебя напугать. Но, к сожалению, рано или поздно прошлое напоминает о себе. Этого нельзя избежать. Я не допущу, чтобы кто-то смел так говорить о тебе. Да мне плевать. Слышишь, мне плевать, что говорят обо мне, что думают. Мне важно, что думаешь обо мне ты. Мы вместе, нам ничего не страшно, да? За это надо выпить. За это надо выпить. Алло? Алло? Здравствуйте, это Ольга Михайловна? Простите, пожалуйста, вас беспокоит из госпиталя по поводу нашего больного Кравцова Дмитрия Ивановича. Он лежит у нас в госпитале с очень тяжелым ранением. Господи. А? Кто звонил? Не знаю, ошиблись.
А я ей говорю. Знаешь что, Дашенька? Ага. Я со своими делами сама разберусь. Уж как-нибудь. Петька плачет. Не, Анина Евгеньевна где? Выходной у нее, ну плачет же, а? Сейчас приду. А... мой хороший, агу. Рисуешь? Ага. Ну-ка, что это у тебя там? Красота-то какая! А чё ж ты на коленях-то рисуешь? Надо что-то подложить? Ну, вот. Сейчас. Так, ну-ка. Ну-ка, давай. Давай. Опа. Так-то удобней. Угу. Во. Молодец. Я дорисовала. А, дорисовала. Ну, молодец. Так, что это у нас? Интересно, да. Ну что, красиво, хорошо. Давай-ка мы с тобой этот рисуночек положим в папочку, чтобы он у нас не помялся и сохранился. Да? Угу. Так. А я еще рисовать буду. Ну, рисуй, рисуй. Молодец. Ты где была? Ой, а что, Димка спрашивал, да? Звонили тебе из вашего дома охранник. А что случилось? Что ты такая дёрганая, ничего страшного. А к тебе там люди приехали с мешками. Деревни. Это не я, это он так сказал. Так вот они тебя там ждут, кричат, семечки грызут. Понятно. Даша, спасибо. Кудряшова? Уехала. Как уехала? А вот так взяла и уехала. Что значит уехала? Но ведь она хозяйка, правда? Вот она и ведет себя как хозяйка. Привыкай. Димочка, привет. Что это? А, ну, это... Приехали мои, ну, эти... Тетя Зина и дядя Толя. Угу. Как... Ну, идите. Какие еще... Какие еще Зина? Да... Я ж тебе рассказывала. Мои родственники. Тетя Зина и дядя Толя. М? Значит так. А? Я требую, слышишь, чтобы эти люди, слышишь, немедленно покинули мой дом. Как это? Ты что? Как они его покинут-то, дом-то? Они же только в Москву первый раз приехали. Это не мое дело. И не твое тоже, между прочим. Может, они тут жить, что ли, еще тут будут? Нет. Нет. Жить они не будут. Ну как они его покинут-то прямо сейчас-то? Хорошо, хорошо. Тогда уеду я. Дима, ты куда? Что? Димочка, что, Димочка? Что, Димочка? Там все в своем уме! Димочка, тихо, успокойся. Ну, пожалуйста, ну, потерпи, ну, немножко совсем, ну, Дим. Хорошо. Хорошо, я потерплю. Угу. Я потерплю только полчаса. Ну, да.
Знакомьтесь. Это мой Дима. Здрасте. Здрасте. Всегда, тая без следа. Всегда.